Я тебя на бой с Тигой тоже сколько сорвался. А зачем ты сорвался? Вот потому что я тебе говорю, отойди, постой с командой. Так я потом и дальше отошел. Да, потому что тебя Макса. Выгнали. Нет, меня никто не выгонял. Но зачем ты стоял, объясни мне. Если ты человек, который там вообще не нужен был. Во-первых, я снимал Джамала. Ну мог раз. Бы снимать его со стороны команды. Нет, он сказал, мне нужно, чтобы ты меня снял, как я ему полотенце подаю. Хорошо, я тебя подаю, попросил, ты далее. Даже тогда не сказал. Нет, ты я буду здесь попросил? Сказать. Я тебе говорю, Артур, говорю, иди стой я с командой. Говорю, я сейчас постою, я смотрю, в чем я тебе мешал. Я тебя как-то подначил, я тебя как-то подкалывал, объясни мне. Артур, я тебе говорю нормальным языком, говорю, Артур, пойди встань с командой. Ты мне говоришь, нет, я буду стоять здесь, ты так сказал мне. Потому что я хочу посмотреть этот бой здесь. С чего ты будешь смотреть бой? Ты даже не секундант, ты никто, блин, для этого боя.